Так, иногда спрашивают, такая ситуация, ход нозы великоват, и, допустим, типа для АК камера Combat Union, хотелось бы ход поменьше нозы, вылет вперед. Как это сделать? Делается это очень просто. Берем и делаем шайбочку, или находим шайбочку. Наружный диаметр 15 мм, внутренний диаметр 9 мм. Толщина до 2 миллиметров. Ход нозга у электроника около 10 миллиметров, поэтому 2 миллиметра можно спокойно откушать, и шарики, тем не менее, будут подаваться нормально. Делаем это так. Вскрываем систему, корпус нозга. Здесь у нас стоит пружинка по умолчанию в системе. Вот в этот корпус нозга, над самым его донышко, бросаем эту шайбочку, которую мы изготовили, на дно. Так, сейчас. Вот она там на дне лежит. И теперь собираем систему, только уже с шайбой внутри. Таким образом все свернули. Таким образом вылет нозга вперед в крайнем положении у нас будет на толщину шайбу меньше, то есть на 1,5 миллиметра, на 2. Таким образом можно регулировать ход нозга у электроника.